Wop-bop-a-loo-wop-lop-bam-boom. Tutti-frutti, oh Rudy. 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 Wop-bop-a-loo-wop-lop-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop bop a loo wop a lop bam boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop bop a loo wop a lop bam boom. Hit it! Я за рулем не буду в парике ездить. Ясно, нет? Ты сейчас же не за рулем, ты чё? Мы сейчас уже поснимаем, как бы, видео. Галина Ивановна. Так, ну, короче, смотри, сейчас фейм нужен для раскачки. Сейчас панику поднимешь, блядь? Ты мне за шампанский не отвлёшь. А потом вот я тебе сейчас поедем, потом... Девочек, снял мальчиков. Все довольны, счастливы, да, Василий?
Я вот здесь Василий Преслевич Иванов. Значит, зародилось все. Год назад, в течение года провели. Это четвертая вечеринка, раз в сезон делается. Хорошо, все идет, все, все процветаем, живем. Style Wars Forever. Культовые вещи. Кокаин и рок-н-ролл. Твое Моганфо. Друзья мои, всем привет. Это лейбл Style Wars. Меня зовут Антон Палыч. Рядом со мной самый известный фрик в нашем городе, зовут его Женя Жеребцов. Сегодня будет весело, я так понимаю, судя по тому, что народ еще подъезжает, а время уже 15 минут первого. Все будет хорошо. Это 00:15. 00:15 это что? 15 минут первого. Тянешь кредит за приору. Тяну. По чуть-чуть. Мы сейчас находимся на мероприятии «Стиляги». Здесь люди ряженые, ряженые, не ряженые, понимаете? Не наряженные, а ряженые, как Хэллоуин, как вот это вот сраное дерьмо. Виталий Вилкин для канала «Твоя МГМФО». Спортсмен? Да. Третий взрослый. Здесь не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен драйв. Ну, энергия. Вот отсюда. Куда ты руки суешь? Так от любой чувихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее давай. Ногами шевели и рот не разевай. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги. 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 Я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться, парень, ты заводной. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день. Житербак, это рок-н-ролл. Ты не должен различать, где потолок, где пол. И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго. Ты начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв. Значит, ты свободен в танце, вот это кайф! Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы танцуем буги-вуги каждый день. Мы любим буги-буги. Мы танцуем буги-буги каждый день. Перед рэпом хочу маленькую предысторию. Поскольку не на русском, вы не поймете, о чем он. Он поется о том, что одна одинокая женщина с ребенком, Жеребцовым Женей, познакомился с взрослым мужчиной. Тихо, не перебивай. Это про это рэп. Вот. А он что, пил, добил 20 лет, вот и вся любовь. 20 лет? Вот, да, а теперь... Салям, бля, хип-хап, манитагорс, дагэй, туга, нарсис, биккэте, кальдер, дагэсак, никерна, рэпер и минима. Ангра и пташи, истина Киркорова.